Мне кажется, там крупный парень. Да. Думаю, Сом плоскоголовик. Такие рывки — это в его стиле. Мощная рыба. Они делают 7 рывков, и каждый следующий слабее предыдущего. Да уж. Нужно действовать с ним постепенно, и все получится. Какая жара. Уверен, после обеда температура поднялась за 40. Не очень крупный, но симпатичный экземпляр. Это амазонский сом-плоскоголовик. Посмотри на его панцирь. Средневековые доспехи великолепны. Мне нравится в этой рыбе, что она не дергается, как бешеная, во время фотографирования, и ты не рискуешь проткнуть ладонь шипом. Мы его любим, он спокойный, только ворчит немного, и все. Ну что же, пора его отпустить. Спасибо за визит, возможно, мы еще увидимся.